Виталий Андрухович выиграл сегодня бой в рамках Кубка мира. Расскажи, что чувствовал, когда выходил в клетку? Давненько тебя не видели в клетке. Мандраж, потому что переживал. Плюс дома выступаешь, много зрителей пришло. Ну, как-то уже профессионально к этому отношусь. Когда выхожу уже в клетку, как-то все уходит. Ну, вот перед боем был мандраж. Сидел так, ну, непривычное ощущение. 2 года в армии, плюс пришел, 2 года простой. Был такой, ну, даже кайфанул от этого мандража. Вспомнил старые вот эти вот ощущения организма, как переживания, суета вот это. Бой еще такой был, ну, такой суетливый начался. Я такой, ну, все как обычно. Сегодня было все как обычно. Вот на любительской везде у меня карьере всегда. Выходишь, суета, летят, бьют, много ударов. Никогда так, ну, легко никогда не было. Как настраивался все-таки после этого перерыва? Трудно ли вообще возвращаться? Ну, наверное, ну, я же говорю, я уже как-то уже на опыте, уже столько боев, уже на опыте как-то настраиваюсь. Знаю, что, ну, вот выйду, знаю, что там первый удар пропущу, и все пойдет по маслу. Так вот, чик-чик-чик-чик, по накату, все пойдет. Соперник какие-то проблемы доставил или это причина в твоем мандраже? Ну, я и ожидал, что он меня доставит, потому что он такой бьющий, летит, и так хочет нокаутировать. И я ожидал, все, что было, ну, что полетит ногами, начнется суета, потом чуть-чуть поздохнет, я где-то партер переведу, почувствую его, утихомирю, и все пойдет, ну, все как надо. Ну, да, проблемы доставил, где-то один раз пропустил даже хорошо, и так поплыл минимально, звездочки повидал. В космосе побывал чуть-чуть. Какой-нибудь еще командой какой-нибудь страны вот так бы вышел? Без разницы. Какую предложат, такую буду драться. Ну, типа, я не выбираю никогда. Типа, тот уровень сейчас уже просто выходи, дерись и делай все, что ты умеешь, у тебя все будет получаться. И главное, дисциплина и придерживаться к ней, и тренироваться. И какая разница, какая страна будет. Тренируешься, значит, любая страна, можешь с любой страной драться. Я бился много с кем, меня не удивить. Ну, типа, с русскими дрался, с ирландцами дрался, с американцами дрался, там, с французами, Люксембург, с кем я только не бился. Ну, Казахстан, со всем. Я уже не знаю, с кем я не бился. Так что меня уже не удивить. Ну, с кем надо. Вышел, подрались, пожали руки, пошли в бой. Кто лучше? Спасибо вам. Спасибо вам. Тоже помогайте нам. Спасибо.